Всем привет, друзья! Сегодня у нас 16 августа. Такой же вырос георгин. Не знаю, то ли успеет цвести, то ли нет. Зелененький, красивенький. Но не знаю, как покажет нам погода. Увидим цветочки или нет. А погода у нас сегодня вот такая вот. Пасмурно. Дождик опять пошел. И там у нас на каждую неделю, хотел сказать, но вообще правда показывает вообще каждую неделю всю дождь и дождь, где-то до 28 что ли августа. Не знаю, правда, неправда. И потом там немножко перерыв небольшой, и опять дожди, где-то до 10 сентября. И только после 10 там погода, я не знаю. Если будет так, то это, конечно, будет кошмар. Потому что картошка-то будет грязнючая, копать такую не очень интересно, конечно. Но поживем, увидим, что будет. Петуньки цветут. Вот такие вот. Мне в комментариях написали, я читаю с большим интересом ваши комментарии. Спасибо огромное, что вы пишете. Кто-то написал, что уже вырывают петунью, потому что спортилась. Я пока не вырываю, вот именно тайдалы. Все тайдалы, все нормально. Единственное, из своих семян тайдалы, сейчас вам тоже покажу. Все испортился один. И еще один там тоже в кустах тоже испортился. Вот в ведерке, вот таком вот, он без дренажа. Это тайдал рос, соответственно, ведро целое. Может быть, заливало его, а может, знаете, такой был именно кустик. Не очень крепкий. Но на этот тоже, в принципе, видите, уже стареют кусты. Их, и даже если вот подстричь, то это подстрижено, все равно уже не то. Кустик стареет, и это и есть такой вот естественный процесс. Что поделаешь. И как бы уже тут немного осталось. Вот эти как-то нормально. Парпл хорошо себя чувствует, и ретвелюр вот такой вот. Поэтому не знаю, то ли со своих семян выращивают, со своих, тоже не знаешь. То ли с магазинных. Все равно покупать. Я столько на следующий год петунии, конечно, не буду именно сеять немножко и черенковать столько не буду, потому что это очень много. В этом году, наверное, петунии было больше, наверное, 200 или 300 именно в рассаде. Это очень много. Продавали. Вот здесь, не знаю, вот все, я не дойду до этой, до прополки. Если сегодня разъяснит, я после обеда выйду по полотену уже и эти самые амаранты заваливаются, надо, наверное, там к черемухе их подвязать будет, чтобы они это стояли. Дурманы такие вот. Там кто это у нас зацвел? Тыква так, что ли? Как цветок, как будто бы цветет. Ветерок небольшой. Поэтому следующий год меньше надо. Флокса нет. Флоксов столько же будет. Именно однолеток. А вот петунии хочу меньше. Только много не надо. Ну, это лучше всех ретвелюры, сильверы и, соответственно, парпл. Черики, вон лапочка опять идет. Черики не очень в этом году почему-то. Хотя в прошлом году черри нормально было. Вот видите, даже кошечка нюхает цветочки. Всем нравится красота. В общем, читаю комментарии. Про коров всю правду пишите. Именно не любят коров люди в деревне вообще. Ну как не любить коров? Мы вот даже стараемся все равно печь свои вот эти печнюшки, выпечку какую-то свою. Именно потому что у бабушки есть масло. А в магазинах это же все пальма. Пальмовое масло все. Голимая пальма. А у нас прям вот, деревенские жители не любят коров. Это вообще, конечно, это страх. Что такая нелюбовь. Зашла там корова на полянку, все, и угнать палками, бить. Вот такие у нас люди, это вообще в деревне ужас. Описали то, что пастуха нанять. Да первое время пытались пастуха нанять. И даже деньги складывали, все, просто человека такого нету. Никто не хочет, это ж на нуде. Не хочет люди вообще ни работать, ни коров держать, ничего не хотят. Поэтому так вот в деревне. Ладу нет. Все очень озлобленные стали, и соседи. Если рассказать, что творят бабушкины соседи, то это вообще это кошмар и ужас. Там и за землю борются, и
матом и всякое разное. Это кошмар просто, друзья мои. Это отдельная история, если рассказать, то... Видите, хлюпает в ногах. Такая сырость. Это отдельная история. Это ужас, что творится. Там и посылают, и так далее, и так далее. Это кошмар. Лучок у меня убран. Все вовремя. Осталось только 4 штучки там. И все остальное все убрано. Здесь я уже думаю, не буду подвязывать. Пускай они вот так подзавалились немножко. Пускай как есть. То есть что толку их уже подвязывать, потому что там картошку копать уже. И здесь как бы грядка свободная. Ничего нету уже. Они так и сидят. Цинии тоже ломаются от величины. Такие ветки крупные. Ведь толстенькие такие вот они. Ну, хотя кустики в целом и стоячие. Здесь уже немножко подзаваливается. Уже знаете, как есть. Потому что столько палок нету. И подпорок, и вязать. Уже как есть и растет. Все равно красиво. Вот здесь куст тоже поразломался. От ветра. Видите, что тут случилось. Все поразломалось. Все-таки вот эти, видите, бархатцы ломаются. Они, видно, высокие. Мандариновые. А свои бархатцы ни один не сломается. Кустик. Потому что они, наверное, такие вот устойчивые, хорошие. Там вот свои. Но здесь они как вперемешку. Немножко, видать, свои поддушили их, и тогда они поаккуратнее. Но все равно вот эти ветки, видите, у них ломаются именно. Они толстые, такие мощные. А свои бархатцы, они вообще ничего им не надо. Не надо их подвязывать. Они стоячие такие. А вот эти, видите, там тоже он валятся. Вот, пошла дальше гулять. Гуляем вместе, как говорится. Зацвела ежевика на кончиках, я смотрю. Такая вот. Ну, конечно, уже она не успеет вызреть. Тут на текущих побегах. Даже на текущих цветет. Значит, они вызрели, эти побеги уже. По зиму хорошо пойдут. На следующий год тогда будет уже хороший урожай. Поэтому так. Спасибо за комментарий. Читаю. Многие любят цинии. Это редкость, кто не любит цинии. Большинство любят. Такие, наверное, единицы, кто не любит. А про петунию, да, меньше. Ну, сколько сорняка. Все же вырываешь, все же полишь по несколько раз. А все равно, сорняк он такой, он пробивается везде. Ему ничего не надо, не подкармливать его. В общем, такие вот дела. В огороде. Сыро, мокро. Капусту я обработал, вроде перестали вот здесь жрать. Ну, что-то не знаю. Вот эти, это тогда были сожратые листья. Поэтому вроде как ничего, вот этот нормальный. Не жрут. Надо он брокколи сорвать все. Говорю, надо. Уже выросло. Вот такие вот дела. Здесь тоже обрабатывали, вроде ушли. Эти гусеницы все пропали. Бачков много. Птички уже прилетели. И синички. У меня это так осталось. Растопырка. Здесь стоит. И синички прилетели уже. И воробьи все прилетают. Уже чувствуется осень. Чего тут осталось немножко. Не заметишь, надо уже готовиться будет к зиме. Все собирать. Вот все-таки видите, какой ретвилюр красавчик. Такая вообще красота. Цвет такой приятный. Не, эти самые флоксы. Но флоксы в этом году меньше цветут почему-то. Раньше были более такие набитые, такие прям массивные. Не знаю, наверное, сорт тоже. Зависит от сорта все-таки. Вот лучше всех созвездие, наверное. Вот такая была смесь. Самая она хорошая. Ее надо будет опять купить. Потому что немножко подвывелись. Вот, видите, уже все. Сорнячок. Все же пололось бы. Не вырвать бы. Флоксину. Все пололось, а что толку? Все зарастает. Ну, тоже и беленькая, красивая. Вот уже все. И дождик пошел. Закрапывают птицы. Птицы. Чувствуют уже осень. Поспела еще одна дынька. Сама она так начинает отрываться. Смотрю, она желтеет. Тоже, хотя вот такая у нее сетка, но начинает желтеть. Вкусненько вообще вот это. Сорт карамельная, очень вкусная. Меня спрашивали, что за сорт тут. Сорт карамельная. Она и устойчива к непогоде, как бы вот именно к нашим сибирским таким.
климатическим условиям, к сырости устойчиво. Из всех дынь, наверное, вот это, что я выращивал, самое лучшее. Поэтому я ее опять именно в этом году посеял. И другая еще тоже у меня посеяна, но она по качествам уступает. Это уже пересорт со своих семян. То ли это была какая-то сладкая, то ли какая. Вот, в общем, какая-то тоже такая интересная дынька была. Наверное, от Сидек семена были. Первый год как-то хорошо было, а второй год уже со своих соберешь, уже не то. Поэтому все-таки лучше вот этой я пока не встречал. Самая хорошая дынька. Раньше тоже выращивали и колхозницу, и алтайскую. Но потом покупали семена, а все равно уже не то. Хотя колхозница, в принципе, тоже выращивали. Ну, как бы и позже. Но что-то она не такая, какая раньше была все-таки. Все-таки семена хорошие. Найти очень сложно. Если найдешь, надо их хранить прям, собирать. Ну, баклажаны опять завязываются. Жуки тут уже прилетали, жрали. Листья тут уже все в дырках. С картошки на баклажаны. Вот такие вот, друзья мои, урожаи у нас. Всего хватает, все растет, все прекрасно. Цветы, ну, тут заламываются вот эти вот. Они прям вообще, это если каждый куст подвязывает, это сколько надо подвязок. Их вот надо все-таки, видите как, их надо вместе в перемешку с обычными бархатцами высаживать, тогда они как бы не так прут. А если им давать волю, они все кусты разваливаются. Все-таки их надо вот так вот. Теперь буду знать, что надо их в перемешку, чтобы они так сильно не разрастались. Ну и все, пойдем. Сейчас начну я готовить булочки, пирожки надо. Пока не погода, надо делать вкусняшки. Ставлю тесто на булочки. Осталось вот добавить сливочное масло, растительное масло. Здесь у нас опара и 12 яиц. Белки и желтки взбиваю, все вот перемешиваю. Рецептов очень много у нас на канале. В плейлисте выпечка. Можно зайти посмотреть. Там все подробно рассказываю. Булочки получаются очень вкусные. Тесто воздушное. Так вот готовим. Отварили картошки. Добавляю маслица сливочного. Такое у нас масло от бабушки. Здесь у нас начинка на пирожки с луком, яйцом. Готовим булочки. Такие булочки с корицей. Здесь тоже из корицы и просто с сахаром. Подходит хорошо тесто на пирожки. Можно будет уже скоро готовить. Ну вот, друзья, наделали булочек. Сейчас налепим пирожков. Тесто готово, начинки тоже. С сосисками сделаю, с картошкой. Котик лег спать. Спит. В общем, осталось только налепить и пожарить. Готовы пирожки. Такие вкусные получились. С картошкой, с сосиской. Просто с колбаской. И с луком и яйцом. Целая чашечка таких пирожков. Булочки такие вот. Меня попросили показать комнатные цветы. Но так как у нас сейчас лето, поэтому большая часть цветов, а большая часть это бегонии, соответственно, они у нас находятся на улице. Что у нас здесь есть? Денежное дерево. Листочки плотные, в целом все с ними хорошо. У денежного дерева там внизу и кактусы такие вот, так скажем. Отвоевали тоже немножко пространство. Надо будет пересаживать. Уже когда придет именно осень, тогда огород будет выкопан. Как бы я смогу взять земельку такую хорошую, плодовитую такую, так скажем. И пересажу уже. Ну и сделаю, может быть, несколько отводков. Так, здесь же, не помню, как называется, вот такое вот растение. Цветет оно где-то. Пыталось зацвести, но уже не цветет. Ну, обычно к Новому году зацветает. Вот здесь что-то маленечко есть, какие-то цветочки. Не помню. Или как же... Не вспомню сейчас, как называется. Также в этом году я первый раз выращиваю пеларгонию из семян. Вот так вот она цветет. Но вообще должна ярко-розовым цвести. Но цветет вот так вот. Потом рассажу по отдельным стаканчикам. Ну и посмотрим. Бегония тоже цветет.
Вот это он топ. Солнечный свет. Но она какая-то более красная. А солнечный свет как бы должна быть желтенькая с красной окоемкой. Ну, немножко другое, но все равно очень даже красиво. В общем, все бегонии у меня пересажены. Беру почвобрикет от Биомастера, смешиваю со своим грунтом. И получается такая хорошая плодородная земелька. Как бы на одном почвобрикете тоже далеко не уедешь. Все-таки в своей почве есть и различные вещества питательные. И как бы, ну, не просто голый брикет. Поэтому я всегда смешиваю. Ну, при целом растет хорошо. Вот уже отрастают и от корня, соответственно. Потом надо будет их посрезать, вот эти вот старые все ветки. Их начеренковать. Вот здесь особенно много на Америгибриде. Видите, сколько много и молодого наросло, и старое тоже в хорошем состоянии. Вот потом все это обрежется и начеренкуется. Вот это, я не знаю, какой цветок, как он называется. Похож как на алоэ. Ну, не знаю, вот так вот цвести хочет. Не очень-то презентабельное, так скажем, но растет пока. Это, соответственно, верхушка от ананаса. Укоренялась она, но что-то с ней в последнее время не очень хорошо все. Не знаю, может быть, я вообще ее ликвидирую, так скажем. Вот он, Америгибрид. Цветет вот так вот. Здесь пока отросточков я никаких особо не вижу. Ничего не отрастает. А томаты вот уберутся, и все бегонии планомерно перейдут в теплицу. Там как бы им гораздо лучше. Ну, пока вот здесь будет стоять такая вот белая бегония, тоже уже, видите, отцветает. Но она-то, как сказать, простенькая такая. Желтая, очень красивая, как роза, цветет. Но сейчас пока тоже она уже, может быть, период покоя. Она цвела на подоконнике хорошо. А сейчас уже, как бы, наверное, корневая вот эта система восстанавливается, наращивается. Все-таки они сидели в двухлитровках, а это такой большой горшок с Валбереса. Поэтому сейчас, наверное, корень наращивается. Вот это тоже такая, видите, красивый такой лист большой. Там вот отросток пошел молодой. Ну вот как-то так. Здесь вот такие вот, в общем, бегонии и цветы. А, и золотой ус тоже. Видите, какой не очень такой он большой. Но очень полезные настойки делают из вот этих вот коленьев. Или колен, как сказать правильно. Колен. Берут по 12 штучек вот таких вот. Вот этих вот. И, ну, делают настойку. Там рецептов очень много, можно найти. Такая вот бегония тоже большая. Вот видите, соответственно, вот это вот у нас идет отросток. И это, соответственно, можно вот так вот срезать и укоренить черенками. Но пока как бы такое время не очень. Все-таки, знаете, черенковать лучше либо весной, либо осенью. Летом бегония черенкуется как-то вот именно у меня не очень хорошо. Поэтому я буду ждать именно осени. Ну вот пока как-то так. Именно по бегонии. А, ну и писали то, что хотите научиться, как выращивать бегонию. Знаете, ой, надо смотреть видео. В плейлисте у меня «Цветы для шикарного сада». Очень много про бегонию. В общем, там практически все рассказано. В основном, главное, берите почвобрикет. Крепкая рассада, вот, например. И у вас все получится. Крепкая рассада. Берете вот этот почвобрикет. Либо черенки где-то берете, либо семенами выращиваете. Ну, сейчас можно и, если кто в городе живет, конечно, можно в магазин какой-то пойти, именно в такой, да, садовый. И там можно и купить и клубни, и все, что только хочешь, и семена. Поэтому, если задались этой целью, ну, тогда вот выбирайте что-то. Либо клубни, либо семена. И можно выращивать совершенно спокойно. Правда, нужна бегония и подсветка, конечно, и такая вот именно атмосфера. Ну, лучше всего-таки начинать это либо осенью, я так думаю. Все-таки летом сложно. И жарко, и как бы на подоконниках тоже жарко, и везде жарко. А осенью уже будет какое-то такое вот время, действительно, где можно и подсветку использовать уже, ну, либо какой-то стеллаж такой вот. В общем, здесь надо подумать. Ну, я, конечно, уже в прошлом году у меня не было семян бегонии, потому что все идет на черенкование. Здесь уже все есть, и желтое есть, и белое, и красное. В общем, все черенкую, и, в принципе, все. А из семян можно вырастить, но семена очень бывают плохие, поэтому из пачки может из 5 семян зайти только одно. Но вот потом можно размножать черенкованием. Поэтому вот как-то так брать именно побольше пачек и, соответственно, пробовать. Ну, либо клубни выписывать или покупать. Ну, вот как-то так именно по бегониям. Так в целом
Ничего сложного. У меня получилось с первого раза, в принципе, вырастить. Красиво. Ну, сейчас, конечно, в этом году как-то они не очень. Они вот сейчас пока, видите, цвели. Весь июнь цвели, весь июль цвели. А потом я их пересадил, и сейчас они все, они наращивают корень. Ну, вот, который, конечно, не наращивают, вот это не пересаженная. Видите, она цветет. А все пересажены, они отказываются, в общем. Период у них отдыха, наверное. Обрезаю сейчас чеснок. Очень хороший чеснок. В общем, не нужно его мыть. Просто обшерудил. И такой вообще прекрасный. Сейчас беру секатор. Провисел он, наверное, больше недели. Просох хорошо. Сейчас, соответственно, обрезаю. Ботва, видите, тоже все повысохло. И вот такой вот чесночок отправлю на крышу. Там он будет лежать. Ну, сколько? До, наверное, середины сентября, может даже до начала октября, смотря какая будет погода. Как бы он там лучше чувствует себя, хранится хорошо. Но потом, когда уже морозы придут, уже домой занесу. А пока будет храниться именно на крыше. Такой вот отличный, в принципе, чеснок. Мне писали это в комментариях, наверное, Раиса Васильевна написала мне, то, что именно тот чеснок, который вот такой вот, его лучше не использовать на посадку, на заготовки пустить, а на посадку использовать только, соответственно, те вот такие чесночины, где зубчики еще, ну, как сказать, не лопнула вот эта кожица, и зубчики еще не показались. В общем, вот этот пойдет и на посадку самых крупных зубчиков будет расти очень хороший такой вот крупный чесночок. Урожай в этом году отличный. Чеснок вот такой крупный, хороший. Сейчас весь вот обрежу и уберу на крышу. Вот такой вот урожай. Тыква подрастает. Такая вот хорошая. Там вот здесь тоже. У меня вечером что-то аллергия такая. Чихаю. Пока вот там все пропололо. Сейчас пойдем посмотрим. Такая рудбеки. Петунька. В общем, все здесь прополол. По возможности от сорняка. Тут все позаросло уже. Картошки немножко еще подкопал. Хорошую картошку. Но сыра. В общем, дождей бы уже нежелательно. Вот так вот все. В общем, выпал. Вот эта петунья самосейка. Такая красивая. Кто-то не знает, что это такое выросло. Листочек такой. Дерево, что ли, какое. Ну, а картошка уже такая вот, какая есть. Ну, уже осталось-то тут недельки две с небольшим. И копать надо будет. Ежевика, вернее, ежемалина. Такая вот хорошая отросла. Малинник тоже, ой, вообще. Столько малины наросло, поросли. Целые заросли. В общем, чистота, порядок, хотя бы на грядках. А уже там в других местах, не знаю. Уже сил не хватает. Он опять все, видите, завалился. Сломался и завалился. Петунья вообще цветет, смотрите, как сильвер. Такое поле цветов. Вот так вот, друзья. Такой вечерний небольшой обзор. Участка. Ежевика еще не спеет что-то. Ну, на следующий год уже на этих побегах, конечно, ягодки должны быть. А в этом году это так, немножко всего. Всем, друзья, желаю отличного настроения, всех благ, добра, мира. Всем пока-пока и до новых видео.